Этот футбольный сезон был насыщен яркими встречами и победами. Завершающим событием стал Кубок города, в финале которого сразились два сильных соперника – команда спортивной школы «Икар» и команда «Старт». Вначале икаровцы взяли инициативу на себя, забив первый гол в ворота. С середины первого тайма соперники включились в игру, закончив его со счетом 1-3. 1-0 вели, вроде в принципе все контролировали, неплохо выглядели. А получилось так, что вот где-то концентрация, где-то что-то недоработали, где-то чего-то не получилось. И вот, к сожалению, пропустили голы. Потом, то есть, в перерыве поговорили, да, с ребятами, договорились биться до конца. Во втором тайме спортсмены «Икара» забили еще два мяча, но соперники не готовы были отдать преимущество и только наращивали темп игры. Обе команды не уступали друг другу, не обошлось без серьезных травм. Второй тайм закончился со счетом 3-6. В дополнительное время игроки «Старта» забросили еще один мяч в ворота соперника и стали победителями. Хорошо, пацаны, ну, не стали паниковать. В общем, ну, собрались и перевернули игру. И как бы, ну, пошли 1-0, 1-1, 2-1, 3-1 повели, 4-1. И разгром пошел 5-1 уже все. Там. Сезон следующий мы продолжим на том же уровне. Надеюсь, что команда у нас очень сильная. Футболисты спортивной школы «Икар» не расстраиваются, ведь в этом сезоне они впервые стали чемпионами города, причем дважды. Получилось выиграть чемпионат города, 75-летний юбилей. Мы очень этому рады, впервые в истории вообще существования нашей команды. Плюс у нас вторая команда, «Икар-2», выиграла вторую лигу. То есть у нас так получилось, что мы в этом году выиграли обе лиги. И вот венцом, там, скажем, все вот этого был вот финал Кубка, к которому мы тоже шли, который тоже очень хотели взять. Очень старались, ребята вообще красавцы, выложились полностью. Вообще претензий никому нет. Команд соперника хочу поздравить с хорошей игрой, заслуженной победой. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.